И пока весь лед не растает, мы приходим в этот мир, чтобы оставить теплоту своей души тем, кто будет дальше жить. Иди до конца. Я помню слова своего отца. Улыбка никогда не сходила с его лица. Касалось это друга или подлеца, мой папа смеялся и шел до конца. Он говорил: смотри, Мухаммед Али, выходя на ринг, сражался с собой самим. Он не рассчитывал на брошенное из угла полотенце, шел вперед с кулаками, но дрался сердцем. И как бы под него ни ложилась дорога, каждую победу он посвящал Богу. Меняя имена радости, печали, он оставался собой изначально. Не надо никого бояться, сынок. Какая разница, старость или смерть как урок? Жизнь — это поступок, здесь все на весах. Мир — это вокзал, наш дом в небесах. И пока весь лед не растает, мы приходим в этот мир, чтобы оставить теплоту своей души тем, кто будет дальше жить. Иди до конца. Папа делился всем, что имел. Он не пытался быть добрым, он просто умел. Никому не прощал кривого движения, но по-человечески всегда входил в положение. Он был душой компании и гордостью мамы, жил без обмана, на работу шел рано. Если гулял, то места было мало, уважал людей, и люди уважали его. Помню, слушали с ним дома Высоцкого, и он вдруг: смотри, сынок, не важно откуда ты, важно куда ты. У тебя есть мечта? Я ответил: да, папа. Он протянул ладонь: дай лапу. Потом посмотрел на меня, долго разглядывал. Мужчина идет за мечтой, не за наградами. Так что с Богом, сынок, я буду рядом. И пока весь лед не растает, мы приходим в этот мир, чтобы оставить теплоту своей души тем, кто будет дальше жить. Иди до конца. Помню, был пацаном, попал в ситуацию. Первая подстава, первая провокация. Рассказал отцу, он: давай смеяться. Потом помню его голос, полный решимости. Это проверка на вшивость, сын. До сих пор идут мурашки по коже. Он подмигнул и сказал: поехали. Бог любит всех, но смелых больше. Наблюдать за ним было, что переплывать реку. Он шел по жизни, оставаясь человеком. Со слабыми слабым, с сильными сильным. Умел любить и был любимым. Будь счастлив там, папа, на небесах. Я многое понял теперь, видишь сам. Твои слова были чистыми и простыми. Спасибо, я передам их сыну. И пока весь лед не растает, мы приходим в этот мир, чтобы оставить теплоту своей души тем, кто будет дальше жить. И пока весь лед не растает, мы приходим в этот мир, чтобы оставить теплоту своей души тем, кто будет дальше жить.